Межрегиональная конференция прошла под эгидой Краевого министерства топливно-энергетического комплекса и Краевого департамента строительства. В зале представители региональных операторов, то есть организаций, которые накапливают средства на счетах многоквартирных домов и потом направляют их на ремонт. К концу года жители края стали активнее вносить платежи, поэтому размеры ремонта пришлось пересмотреть в большую сторону. В 714 домах будет проведен ремонт крыш. В 168 домах проведут замену лифтового оборудования на общее количество 386 лифтов. В 163 домах обновят фасад. Также еще в 80 домов обновят инженерно-технические сети. Больше всего зданий будет отремонтировано в Краснодаре. На втором месте – Сочи. В график на следующий год на курорте уже внесено 80 домов.